Они используют активно инфографику? Есть совершенно... Блин, что привязался с инфографикой? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Инфографика, мне все-таки интересно, какой уровень у них находится. Ты знакомилась с инфографической раскладкой региона? Не додали же. Хотел вопрос задать. Можно последний? Обещаешь? Обещаю. В этом городе последний. Сейчас скажут, можно? Это инфографика. Можно мастер-класс небольшой? Вот тренинг идет. О чем кино? О чем кино? А люди, которые пришли... С кем ты разговариваешь там? Я прихожу в такую прекрасную среду, где все счастливы, все замечательно, и являюсь таким раздражающим антигероем, который людям роняет сомнения. Слушай, инфографика не делают? Я сейчас работаю в медиасфере, я работаю с информацией. У Оксаны очень много интересных фишек в этом плане, поэтому хочу научиться. Когда мы говорим, что повторение мать учения, это действительно работает. Но это работает в том случае, если мы повторяем это, во-первых, с хорошей и с радостной эмоцией, а во-вторых, разными форматами. Я так поняла, что существует дерево, в котором есть дендриды. Дендриды, они как ветки дерева. И чем больше мы обучаемся эффективно, тем у нас получается больше аксонов, это как листья. Она здесь с информацией какой-то вот легкий вопрос. Ну, например, там не знаю, да, их много, там дальше эти связи идут, тут еще много. Смотрите, вот он пошел электрический, вот она пошла новая информация, вот она, как она по сетке пойдет. Вот она, аксон зацепилась, пошла туда. У меня все не ушло никуда. Я все отвалилась. И вот она пошла информация, вот она пошла с этого. Тренинг, он дает пищу для размышлений и дает новые идеи. Толчок для каких-то идей, да, новых. Это первый раз. А вот тут я учимся ездить на машине. Первый раз сели за руль. Ой, какой ужас, какой, как она, сцепление куда девается, вот это все пошло. Второй раз сели за машину, мы уже знаем, как что работает. А новая информация пошла, цепляемся, задерживаемся. Оп. Чем больше, чем чаще вы это повторяете, тем крепче вот эти ваши связки между нейронами. Тело, оно цельное, мозг, он не живет отдельно от тела. Поэтому, если вам нужно вдохновение, если вам нужны какие-то креативные идеи, вам нужно активизировать все свое вот это вот все танцами, контактной импровизацией, полумарафонами, чем угодно. Оксане огромное спасибо, я не знаю, у меня даже слов нету таких, чтобы выразить в полной мере свою благодарность. Спасибо огромное за ту возможность, которую она дает. Информация очень полезная, и я думаю, уже начну внедрять эту информацию в свою работу, в свою деятельность для своей команды. Вот всеми этими знаниями я безумно хочу устроиться на работу. И, в принципе, хочу преподавать. И хоть это было все на примере образования, но все это можно перенести на конкретные продукты и развить это дальше. Открытие других граней, других возможностей. То есть мы приходим, мы все это впитываем, как-то перекладываем, пересматриваем, мы можем делать совершенно интересные разные вещи, замечать то, что раньше, может быть, не видели, то, что вот на поверхности. И непонятно, делают или не делают. Так хочется брызнуть тебе в камеру водой, прям вообще. Но я сдерживаюсь и терплю. Конечно. Докупался со своей инфографикой. А таймлайн кирпичный, да, делают? Да, очень прикольный таймлайн. 10 секунд. Отстань.